в Изборске. Дождь идет, зараза. Изборск. Древний город. Башня-темнушка. Темнушка, башня. Классно. Изборск, 20-30-е годы. А тут ты не видел? Видел, это 74-я Великая Победа. О! Можно сюда залезть и переждать дождь. Во! Ну мама, да. Мама, да. Можно сюда залезть, видишь, и переждать, да, дождь. Только написано, что в стене лучше... Кто с мечом к нам войдет, тот меча и погибнет. Александр Невский. Ну да. 1242-1942. Ничего себе. В Печорах. Застегнись, тебе теплее будет. Курточку застегни розовую. Вот, это в памяти Великой Отечественной войны. Хочешь, я тебе застегну курточку? Вот. Да, мама, а тут есть бабка? Нет, тут нет. Спасибо. Потому что она во время войны не помнит. Красота. Разные всякие. Пусть вдохновляет нас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Сталин. Здорово. Все. Из Борчани. Или из... Изборск. Красивый. Давно сюда мечтал съездить. Мечта случится, как говорится. Тася, пошли. Тась. Пошли вон какие бойницы. Никулин. Вон. Ничего себе. Юра Никулин. Он здесь был. Летом 44-го года мы остановились в городе Изборске. Под этим городом мы с группой разведчиков чуть не погибли. А получилось так. Ефим Лейбович и я, еще трое наших разведчиков, ехали на полуторке в машине, катушки, кабели для связи, остальное наше боевое имущество. Немцы так и сказали. Отсюда драпанули, и мы спокойно ехали на дороге. Правда, мы видели, что... В общем, здесь долго история читать, интересно. Здесь Никулин был. Слышишь? Никулин, говорю, был. Юрий Владимирович. В 97-м году помер. Жалко. Изборск. Дозор веков. Круглые башни, стены. По ветру космы. Камень ответшал над этой городом свою... Журавлиной, упорным клином журавли спешат. Стихи Морозкиной. 60-й год. Морозкина Николаевна. Угу, пошли. Дождь такой. Моросящий. Нет. Делать ничего. Еще. О, смотри, какой-то колодец или какая-то это самое. Какая-то типа колодца или что-то в этом роде. Да,
Или даже это не колодец, наверное, это самый, как тюрьма? Он? Да не тюрьма. Шу. Хочешь, спустимся давай вниз? Ну давай заплатим за платный вход, ничего страшного. Чё? Я не думаю, там дорого. Не написано. А нет, написано. То есть какая-то башня. Ну, написано, что это башня плоская, так и называется. Башня плоская впервые упоминалась в летописи источника до 8 туда-сюда. Руины были введены по землю Псковскую. Угу. Захвал, остатки башни оказались под завалом, находясь под землей более 100 лет. Угу. Это башня. Не спорьте. Ой, красота. Ну что же, это что? Башня. Ну хочешь туда вниз спроситься? Таси, у тебя спустились.